Я работал и научился делать кое-что новенькое. Чем могу помочь? Ну, поглядим. Так что нужно? Нужно что-то конкретное? Есть тема для беседы? Привет, Синдри. Ну что, как там Асгард? Я подрался с Хеймдалем в огромном болоте. Грязь везде. Я бы тоже оттуда сбежал. Я даже сюда ее принес. Не подходи ко мне, грязнуля!
Мимир, даже не знаю, как спросить. Один поведал мне разные истории. Например, как он потерял глаз. И они немного отличались от того, что ты мне рассказывал. Конечно, я верю тебе, но, кажется, у него тоже не было резона врать. Тебе надо знать о лжецах одно. Они лгут. Лгут из принципа, без повода. Они будут врать обо всем, пока им это сходит с рук. Да и потом тоже будут. Просто чтобы показать свою власть над реальностью. Всегда держи это в уме. В Асгарде я видел, как Один делает что-то с новыми Эйнхериями. Они были будто в беспамятстве, а потом он произнес заклинание, и они пришли в себя. Да, это его обычай еще с тех пор, когда их держали в Вальгале. Мне кажется, позволяя им вспомнить свою жизнь, он по-своему обманывает смерть. К тому же я не удивлюсь, если, даруя им самостоятельность, он тем самым наделяет их безграничной преданностью. Ялфа! Впечатляет! Яд справа! Могильный камень. Нас ждет еще один берсерк. Отец, я тебя прошу.
Дорогой отец, где ты? Что-то должно приводить в движение это колесо. Говори, дух. Это ты? Отец, я тебя не вижу. Я был недостаточно быстр. Прости, что бросил тебя. Твой отец мертв. Что? Нет. Он пошел за второй частью клада без тебя. Видимо, погиб, пока искал. Стремясь защитить друг друга, вы оба прибыли на эти острова поодиночке и в результате... Какой же я дурак. Ну, спасибо, что рассказали мне. Может быть, теперь мы с ним снова увидимся. Как ты понял? Что? Что его сын мертв. Мальчик бросил своего отца. Они хотели сберечь друг друга, но оба погибли. Что теперь? Мы заберем сокровища, а потом вернемся к отцу. Зачем? Закончим то, что они с сыном начали. Эй, на том острове что-то есть. Видишь? Может, клад, про который говорил дух? С гейзером на подъемник не залезешь. Еще один так быстро? Здорово! А что ты сюда все время суешься, малыш? Начальник велел за нами шпионить.
Нет, дело вовсе не в этом. Я здесь сугубо в качестве вашего проводника. Но только если вы этого хотите. У нас так заведено. Но будь спокоен. Мы доставим их Рототоску. Спасибо. Еще раз простите, если я вас обидел. Обещаю, впредь я буду полезнее. Шустрый малый, да? Но как нам ее закрепить? Смотри, решетка соединена с шестерней. Берем эти камни. Алка! Мне нужны... Ага, получилось. Алка! Этот молодец сейчас взорвется! Они ужасно воняют!
Вот это улов! Наши искатели сокровищ не зря за ним охотились. Может, поищем тогда и второй сундук? Брат, хочу спросить о твоей родине. Я слышал, ваши боги повелевали всеми возможными стихиями. Ну там, молниями, огнем и прочим. Я тоже. И много лет. О! А можешь вспомнить что-нибудь из той магии? Нет, я пытался. Рея говорит, магия связана с землей. Когда твоя родина умерла, эти силы ушли вместе с ней. Ну и ладно. Пусть прошлое останется в прошлом, как говорится. И все-таки должна быть загадка, которая тебе понравится. И я ее найду. Не надо. Слово сказал, она и исчезла. Что это? Тишина. Верно! Это был не ответ на загадку.
Это же мои любимые покупатели. И Мимир. Синдри! Любопытно, брат. Почему не любишь загадки? Праздное занятие. Они развивают гибкость мышления. Вот, послушай. Перед тобой три двери. За одной яма с шипами, за другой дракон, а за третьей пара львов, которых месяц не кормили. Какую ты откроешь? Первую. Шипов можно легко избежать. Ага. А надо третью. Ведь если львов месяц не кормили, они уже дохлые, так? Это ничего. Даже я почувствовал. Брат!
ужасно больно. Осторожно! Сзади! Алка!
Наверное, больно. Чувствовал. Меняю стрелы! Стрелка!
А ведь тут красиво. Жаль, только все норовят нас убить.
Хватит вертеться. Вы справились, мастер Кратос! Превосходно! Такими темпами вы быстро набьете руку. Не пойму, хотел он нас подбодрить или все же обидеть? Все сразу. Кажется, мы почти выбрались. Приличная сумма, брат. Ну вот, оба сундука у нас. Теперь стоит поговорить с отцом. Вы вернулись. Мы знаем, где твой сын. О, прошу, скажите мне. Он пошел за вторым кладом, в одиночку, по той же причине. И погиб. Мне жаль. Нет. Это я виноват. Он тебя слушался. Да. И так делают все сыновья. Надо было взять его с собой. Мы были бы живы и сказочно богаты. Вместе. Ну, может, хоть теперь вы снова увидитесь? В любом случае. Спасибо, что сказали мне. Я буду искать его в Хельхейме. Значит, отцу следовало больше доверять сыну. Делай выводы, какие хочешь. Рад, что они обрели покой. Да.
Привет, Атрей. Ты же слушаешься папу? Синдри! Если чего-то нет, значит и не надо. Подходит. Я сделаю все, что нужно. Бей без промаха. Новая броня — это не повод ходить и специально напрашиваться на неприятности. Неплохо. В банахе. О, мы заглянем к Фрейе? Да. Здорово, что я тоже иду. А что случилось в прошлый раз в Ванахейме? Я так и не знаю, как ты убедил Фрейю не убивать тебя. Мы сняли заклятие Одина в ее деревне. Освободившись, она поняла, что я ей не враг. Ты упустил тот забавный момент, когда Брока подвесили вверх тормашками в лагере Фрейра. Вы видели Фрейра? Какой он? Не похож на сестру. Не такой настойчивый. Зато и не такой злопамятный. И еще никчемный командир. Но у него добрая душа. Он тебе понравится. Ого, как красиво. И мокро. И еще опасно. Опаснее, чем в Хеле? Лагерь Фрейра справа. Спешить некуда. Не каждый день парень видит новый мир. Тогда к лагерю Фрейра.
Узнаем, как Ваны без нас справлялись. Надеюсь, Фрея в порядке. Она за себя постоит. Мы же все равно зайдем. Войско ее брата в меньшинстве, а я у нее в долгу. Когда-то я слышал в Ванахейме похожую песню. Никого нет. Где же все? Будь начеку. Что-то не так, брат. Кратос, Атрей, славная встреча. Неожиданная, но славная. Ты знаешь нас? Неужто? Это правда ты? Ах ты, скользкий гад. Я почти рад снова тебя видеть. Для разнообразия в виде человека. Ну, почти. Так тебя заставили вытащить голову из задницы. Может, теперь ты перестанешь быть пьяным, похотливым, трусливым лжецом? Он куда большая свинья, чем я. Я тебя не знаю. А ты не узнаешь свою работу? Хельди Свинни! Помнишь, как мы впервые повстречали Фрею в лесу? Тогда я... Ой... Мне очень совестно за тот случай. Кабан Фреи. Ее помощник. И друг. Советник Ванов. И правда, когда меня изгнали в Мидгард, я был заперт в теле кабана. А ты меня подстрелил? Это я ему велел. Нет. Моя стрела, моя ошибка. Забыли. Сейчас Ванахейму нужна наша помощь. Даже Мимира. Идемте. Но смотри, куда нацеливаешь лук. Сейчас моя шкура куда тоньше. Как скажешь, так и пойдем. Куда мы идем? У меня есть просьба. Расскажу по дороге.